Привет всем! С вами канал The Big Lady of the Small House. Сегодня я смотрю, что у меня осталось от луковицы Монсин. Участники группы на Фейсбуке Гиппиастра Мама Рилис Любовь с первой луковицы помнят историю этой луковицы. И у меня тоже, по-моему, на видео было на эту тему несколько раз. Что произошло? При покупке я решила не удалять подозрительная донца, оставила луковицу как есть. Через полгода донц полностью сгнил, оставался совсем маленький кусочек. И в итоге мне пришлось посадить на остатки донца. Вот здесь вот были остатки. Что произошло? Остатки донца дали пару корешков, вот даже тут они остались. И точка роста, которая была повреждена во время зачистки, вывернулась наизнанку, то есть вместо того, чтобы расти отсюда, точка роста вывернулась и пошла расти детку. Вот сегодня, наконец, я думала, может, она еще даст что-нибудь здесь, но нет, она отсушила корешки полностью. И вот сейчас можем посмотреть, что у нас тут. Вот сгнившая точка роста, клещи, которые были причиной гибели луковицы. И сейчас я попробую, в этот раз уже удалю все, что мне не нравится. Так, сейчас у нас тут солнце непонятно как светит, вернее, болтаются листья. Пытаюсь это все зачистить на солнышке. Пролечим. Посажу я эту луковку уже на первое время в горшок, двойной горшок 3,5 литра, то есть мне нужно, чтобы она сейчас укоренилась, чтобы я убедилась, что она здоровая, что тут нет никаких поражений. После чего это через полгодика, когда я вижу, что луковка растет, все нормально с ней, все хорошо, она переедет в 7 или 9 литров. Посмотрим в зависимости от корней, что там у нее будет. Ну, тут опять клещи пошли жрать ее. То есть то, что я не сделала 3 года назад, мне приходится делать сейчас уже на по... Снова наросшие луковки. Вот она вроде чистенькая. Чищу все остальное сухое. Миральт, разумеется. Пока раствор еще свеженький. Как следует опрыскаем все листочки. Ну, а само донца обработаю, ой, неразведенным. Драгоценные капли миральда пролетели мимо. Сейчас луковка у меня подсохнет. Уже я не буду показывать, как я мажу это Максиму. Это я делаю каждый раз в видео. Просто покажу горшок. В горшке я уже смочила поверхность раствором миральда, потому что у меня уже заканчивается время его использования. То есть этот раствор можно использовать в течение 24 часов. У меня уже они как раз и заканчиваются. Так что полила немножко, смочила грунт этим раствором. Когда миральд подсохнет через полчаса, я смажу донца Максимом, минут 10 подсушу. И посажу его уже, соответственно, в грунт и отправлю на укоренение в дом. Удачного всем дня. Пока.